Так, раз, два, три и... Отлично, по-баварски получилось. И... Есть! Кричим! Праздник! Получилось! Где же, где же? Долгожданное пиво, где оно? Так, еще пару ударов. Поторопились мы с вами. А вот я вижу первые капли. Ну, сейчас... Нет, не даются бочка. Пошло? Нет. Кстати говоря, на Коберфесте считают удары. Далеко не всегда удается с первого удара молотка вогнать кран. Все, пошло, теперь уж точно. Празднуем, кричим! Я могу разглядеть, что происходит, но что-то течет. Все, попробуем. Самоотверженно пытаемся победить бочку. В том году 15 минут, если я не ошибаюсь, открывали бочку, пришел совет, сказали, а что если просто ее просунуть, не пить? Да? Может, нам поможете? Человек со знанием дела пришел. Есть! Все, человек нам помог. Ну все, все, все. Давайте не будем больше ее мучить. Давайте... Нет, все-таки спортивный интерес присутствует. Ну и правильно, конечно. Надо довести до конца, наполнить до конца. Я опасаюсь, товарищи, за аппаратуру. Представители компании Paul Lanner. Как нам быть? Сильнее пивать? Ну будем сейчас, давайте, пока мы не запили сцену и вас. Пивом, в принципе, есть, что-то есть. В течение вечера, я думаю, каждый гость подойдет, попробует еще немножко повоевать с краном. Хотя бы вот эту вот кружку не до конца, но все-таки наполню. Давайте поднимем и объявим официально о начале Октоберфеста. Ура! По-русски сейчас! Ну почему бы и нет? Спасибо большое, Едус. Спасибо.